Вооруженными силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции. На Купянском направлении ударами артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Крахмальная Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 2 пикапа. На Красно-Лиманском направлении в результате ударов российской авиации и огневого налета артиллерии по позициям подразделений 111-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Торская и 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики уничтожено более 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики. Безвозвратные потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих и наемников, 4 бронетранспортера и 3 пикапа. На Южнодонецком направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по сосредоточению подразделений 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики уничтожено более 40 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 6 автомобилей. Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены пункт управления 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Лежина и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах. Истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Камышовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой Народной Республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кирова Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Также за сутки перехвачено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Еленовка, Кирилловка, Володина, Артемовск и Ольгинка Донецкой Народной Республики, Коломычиха Луганской Народной Республики, Новая Сбурьевка Херсонской области и Пологи Запорожской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 352 самолета, 192 вертолета, 2719 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7222 танка и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3704 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7737 единиц специальной военной автомобильной техники.